И Рус до Сингапур UFC Fight Night дуса до биспанч, ки главный карда Макс Холлове зиди корейский зомби возглавить мекат, да и джабоша гига чкадзе, бада якним сол, ба UFC баргаш, а бада якним сол ки, ай Келвин Каттер беат поражений сах гирифтабад, ва у Тониски, ба единоглазный карори доваро галабе бадас биора, ва бинен ки чигув. Гига шоу баргаш, мада бой кати Яи Родригес, 16 декабр, да декабрский пей-пер-вью турнир бетен. Ма ягон вақт да намерной турнир джанг накада бадам, ва идов мечангам, ва гига чкадзая табрик мекнем, ва умедворем ки у босам галабоя бадас мебюра. Ва да и карт боша бо реванш Энтони Смит кати Райан Спенгзаш, ки якин бойшон соли 2021 гузашта буд ва Энтони Смит боша Райан Спенга задушит када буд ва да дуюм бойшон боша Энтони Смит ба раздельни решени судьё, яъне ки 29-28, 29-28 ва 28-29 ва мегзарем ба главный бой, бое ки хама интизор буд Макс Холлове зиди корейский зомби ва Макс Холлове тониски да сеюм раунд ба тариқи нокаут галабая ба даст биура. Ва да иджа боша корейский зомби карьераша бас кад. Ва бинен ки оидии чи гуф. Хадафи ма факат титул буд. Ма намехом ба эци сеюм ё чорум да рейтинг бошам. Ма реально бовари доштам ки Макс Холловея мезанам. Не ки нашед, натонистам. Ма ай бойо рафтанма элон мекинам. Ва мо ба корейский зомби хамай буртбориёй зиндагия хоонем. Ва умедворем ки ба дига орзош мерасаву хушбахтона зиндаги мекна. Ба бой вечер боша бой Холловей ва корейский зомби шуд.